вице-чемпион Европы, национальная сборная России по мини-футболу. Программа четвертьфинала Кубка страны завершалась в Екатеринбурге. Синара-Тюмень. Культовое противостояние двух непримиримых соперников и вечный вопрос, кто круче. А круче в этот вечер был бразилец Феррао. Лучший снайпер тюменцев уже на исходе первой минуты убежал по бровке и нанес прицельный удар мимо Замтарадзе. Через 8 минут он же забил еще раз. Причем гол-то получился похожий. На протяжении всего матча Тюмень была агрессивнее, изобретательнее, мощнее. Так борзо в Екатеринбурге против Синары в этом сезоне никто не играл, даже «Динамо» и «Газпром». Возможно, ВИС, судя по тем играм в чемпионате, которые обыграли нас дома, не думали, что мы сегодня будем играть в более интенсивный, в более быстрый футбол. Наверное, рассчитывали, что мы те же находимся в том же состоянии. На 14-й минуте Филиппе замкнул головой передачу своего капитана Переверзева. Тренерский штаб Синары снял не попавшего в игру Замтарадзе, доверив место на последнем рубеже обороны вратарю молодежной сборной России Дмитрию Путилову. В концовке первого тайма хозяевам ненадолго удалось погасить активность соперника и даже забить. Николай Кузнецов размочил счет. Но дебют второго тайма Синара опять провалила. В течение одной минуты Тюмень забила дважды. Сначала помог Агапов, срезавший мяч в собственные ворота после удара Ивана Милованова. А через 40 секунд Антошкин и Абрамович на двоих сообразили пятый гол. Это был уже нокдаун, с которого хозяева выйти так и не смогли. На 35-й минуте Феррао довел счет до неприличного, оформив хэт-трик. В концовке матча Вадим Яшин перешел на игру в 5 полевых, и, по сути, Синара уже ничего не теряла. На последней минуте Абрамов один мяч отыграл. Слабое, конечно, утешение, но вдруг в Тюмени 12 февраля пригодится. В общем, 6-2 Тюмень выиграла с заявным преимуществом. Мы по сравнению с Тюменью выглядели опять бледной тенью. В принципе, эта игра мне сегодня напомнила четвертьфинал плей-офф. Вроде бы делали выводы, вроде бы работали в этом направлении. И опять наступили на те же грабли. На мейор лига ду мунду. Играть с командой Синара в расслабленном состоянии абсолютно невозможно и нельзя. Сразу же проиграешь. Тем более, такой горький опыт у нас уже был. Поэтому мы специально готовились к этой игре, разбирали соперника и сегодня вышли на матч очень собранными. Но консей жога 100%, то не угани. Кадровые проблемы Синары понятны. Шаихметов, Зуев и Фахрудинов – это, конечно, потеря, но не может за неделю игра пропасть. Тренерскому штабу во главе с Вадимом Яшиным нужно срочно разбираться в произошедшем. Через 5 дней лететь в Норильск, где Синара всегда играет непросто. А Тюмени зачет. С такой игрой можно не только на кубок, но и на чемпионство замахнуться. Денис Карин, Ассоциация мини-футбола России, Екатеринбург.